Безвозмездно, ради спасения больных людей, в свободном почти три десятка сотрудников компании ООО «Газпром Трансгаз Томск» выступили донорами крови, приняв участие в социальной акции. Среди добровольцев были и новички, и те, кто уже носит звание почетного донора. Подробности у Юлии Долгорук. Мобильную донорскую станцию развернули в самых просторных кабинетах офиса, потому выполнить свой гражданский долг газовики могли практически без отрыва от производства. 5 минут на заполнение документов, еще столько же времени ушло на срочный анализ крови. К ее сдаче допускали исключительно здоровых людей с нормальным уровнем гемоглобина и артериальным давлением, как у космонавта. Имеется, да, у нас мобильная бригада, или, так скажем, выездная, крови надо много. Все районы обеспечить надо много. Ездим, как сами планируем выезда, так и по приглашению, как в данном случае сегодня. Газпром пригласил. ООО «Газпром Трансгаз Томск» – социально ориентированная компания, которая оказывает всестороннюю помощь регионам, где реализуют свои проекты, в том числе в ходе создания крупнейшей системы транспортировки газа на востоке России «Сила Сибири». Кроме основной деятельности, сотрудники компании также занимаются благотворительностью, высаживают деревья, помогают приютам для животных, участвуют в экологических марафонах и во Всероссийском фестивале энергосбережения «Вместе ярче». День донора – это традиция нашей компании. Сдаем кровь, потому что мы считаем, что помочь людям – это благое дело. Все, кто у нас здоровые, кто не заняты на производстве, кого нет противопоказаний, все сдают. Итог социально важной акции – более 11 литров сданной крови. Уже в Благовещенске в лабораторных условиях каждую дозу разделят на компоненты. Пациент получит именно тот, что ему необходим. Это значит, что кровь одного донора может спасти жизнь сразу нескольким людям. Юлия Долгорук, Кирилл Захаров, «Вести», Благовещенск. Осень – время, когда природа играет всеми красками. Благовещенский художник Юрий Цыпляев написал целую серию картин на тему